Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. В 1984 году окончил ГИТИС, курс В. Андреева. Сразу по окончании актерского факультета попал в труппу Марка Захарова и стал актером театра им. Ленинского комсомола, где работает и по сей день. Получил известность в театральных кругах после исполнения ролей в таких спектаклях линкома, как «Мудрец», «Юнон и Авось», «Звезда и смерть» Хоакина Мурьёте, «Мистификация». В кино дебютировал в 1983 году. Первую серьезную роль получил в фильме Марка Захарова «Убить дракона» 1988, «Генрих». В дальнейшем последовали значительные роли, сыгранные в фильмах «Мать», главная роль Павла Власова, «Мастера Маргарита», Юрия Кары, «Мастер». Зрителям также запомнились работы Виктора Ракова в таких картинах, как «Любить по-русски», «Барханов и его телохранитель», в сериалах «Закон», роль Владимира Крохмаля, «Петербургские тайны», «Развязка петербургских тайн». В свободное время увлекается рисованием. Кроме того, Виктор Раков относится к поющим драматическим актерам. В его репертуаре целый ряд песен Яна Френкеля, Андрея Петрова, Елены Суржиковой, Николая Парфенюка, Екатерины Семеновой и других композиторов. Есть сын от первого брака с однокурсницей Ольгой Илюхиной, Борис, 1987, жена, Людмила Ракова, в семье двое детей, дочь Анастасия, 1992, и сын Данила. 2008.